какое первое впечатление у вас? У меня еще сердце колотится, я еще не знаю, какое у меня впечатление. 10 утра и первый посетитель. Билеты проверяют на входе, гостей становится все больше. Двери в океанариум на Русском острове открыли наконец-то для всех. Очень захватывающее впечатление, потому что я была в разных океанариумах разных частей света. То есть я была в Испании в океанариуме. Это просто нельзя сравнить с океанариумом, который открыли в Владивостоке. Очень масштабный океанариум, очень большой. Да, мы были в океанариуме в Москве, и по сравнению с, ну, как бы с ним, это прям вообще ого-го. Сейчас кажется все очень радужным. Более 500 видов морских особей, речных обитателей. Аквариум вмещает в себя 25 тысяч кубометров воды, а территория научно-образовательного центра занимает 37 тысяч квадратных метров. Однако такие масштабы жители и гости Владивостока должны были увидеть еще в преддверии саммита АТС 4 года назад. Сроки сдачи объекта сдвигались все дальше по весьма понятной причине. Больше 2 миллиарда рублей, выделенных на строительство, разворовали. Фигурантами уголовных дел стали экс-гендиректор строительной компании «Мостовик» Олег Шишов и бывший руководитель дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Андрей Поплавский. Если мы там в марте 2014 года выполнили на 94-96 по разным оценкам объем выполненных работ на океанариуме, а с нами рассчитались только на 57%. Посчитайте, это все документы. Если тут меня обвиняют, что мы завысили стоимость объекта, то и главгосэкспертиза, и управление делами президента заявила, что стоимость объекта стоит более 20 миллиардов рублей. Олега Шишова суд отправил на 3 года в колонию общего режима. А вот его напарник до сих пор остается в СИЗО. Как считает следствие, господин Поплавский похитил более 40 миллионов рублей, искусственно завысив объем выполненных работ. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Шишова в сумме более 119 миллионов рублей за приемку выполняемых мостовиком работ по строительству океанариума, их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. В связи с тем, что Шишов добровольно сообщил об указанном факте коммерческого подкупа правоохранительным органам, а также активно способствовал раскрытию преступления, уголовное преследование в отношении его по этому эпизоду прекращено по нереабилитирующему основанию. Такие суммы не просто ушли в чужой карман и подпортили репутацию океанариума. Недостача отразилась на качестве самого объекта. Об этом можно судить по видеороликам от очевидцев. Так вот построен океанариум, что течет все. Скандалы разрывали грандиозный проект не только в области строительства. Содержание животных также вызывало много вопросов. По меньшей мере, 10 погибших млекопитающих за 3 года. Вот что писали сотрудники океанариума в анонимном письме для местных СМИ в феврале 2015 года. С белухой еще веселее. Сдохла одна из 12 особей. Они содержатся в бухте Парис в открытой воде. Когда животное умерло, его вскрыли, посмотрели, все чисто, причина смерти неизвестна. Водолазам говорят, затопите ее подальше, они берут ее, обматывают сеткой с камнями, топят. Это было зимой. Минувшим летом вода потеплела, белуха начала разлагаться, и этот шлейф запаха и жира стал идти на вольер с остальными белухами. У них началась паника, они стали отказываться от еды. У моржа Миши также были серьезные проблемы со здоровьем. По прибытию в Приморский океанариум после удаления клыков животному было плохо. Двое других его собратьев скончались. Моржихи Мира и Фана не вышли из-под наркоза после операции. Об этом сообщили СМИ в июле 2016-го. Зато уже сегодня шоу с моржом Мишей, дельфинами и белыми китами – козырь Приморского океанариума. Многие из посетителей в день открытия научно-развлекательного комплекса только ради выступления и пришли. Океанариум разделен на 3 экспозиции. Сейчас мы находимся в зоне доисторического периода, где наглядно показывают, как зарождалась жизнь на Земле. В этом зале полярный мир и, конечно, тропики с настоящими лесными звуками и живыми цветами. Принимал объект лично Владимир Путин. 3 сентября президент прошел по центральным коридорам, а уже 6 числа через порог переступила первая сотня посетителей. Приморский океанариум считается самым крупным подобным проектом в России. Мне на самом деле не нравится, когда начинают говорить, а самый ли он у вас крупный, а чем он у вас такой самый-самый-самый. Вот. Все океанариумы интересны. Нет типовых проектов, поэтому каждый океанариум уникален. И наш уникален по-своему. С 1 сентября на базе океанариума ученые могут проводить исследования, делать биохимию и изучать генетику животных. Это стало возможным благодаря объединению с Институтом биологии моря и с Дальневосточным морским заповедником. Теперь Приморский океанариум – это еще и национальный научный центр.
История долгостроя показывает, удивить горожан можно на любом этапе строительства. И даже после неприятных новостей в день открытия устроить праздник. Теперь купить билеты и посмотреть на то, как содержат животных, может любой желающий. Валерия Белоус, Анна Бережная, Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков, Александр Бартовщук и Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.